общего царства, выделяя следующие приоритеты: повышать качество и доступность предоставления муниципальных услуг, совершенствовать развитие социальной инфраструктуры с учетом перспектив экономики, демографического развития и транспортной подвижности населения, способствовать развитию инвестиционной деятельности, активно использовать механизмы государственного частного партнерства для решения общественно значимых стратегических задач, привлекать инвестиции в развитие производства, строительства, культурно-оздоровительных объектов, создавать условия для эффективной занятости населения, обеспечения стабильности на рынке труда, содействовать субъектам малого и среднего предпринимательства Новочебоксарска с привлечением финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности. В бюджетной сфере необходимо работать над повышением собственной налоговой базы, усилить работу по взысканию в судебном порядке задолженности по арендным платежам за имущественные земельные участки, вовлекать в хозяйственный оборот новые земли, повышать эффективность и сроки закупочных процедур. Для этого должен быть подготовлен портфель проектно-сметной документации с экспертизой на объекты строительства, которые запланированы на будущий период. Дорожная сеть Новочебоксарска заметно улучшилась в последние годы. Необходимо и дальше участвовать в национальном проекте безопасной и качественной автомобильной дороги. Кроме того, требуется обеспечивать сохранность городских автомобильных дорог и искусственных сооружений, проводить плановые предупредительные и ремонтные работы на постоянной основе,